Приветствую, YouTube. Прежде чем вы посмотрите обзор, небольшое отступление. Хочу добавить у себя на канале новую тематику, и в этом пилотном выпуске я решил изменить немного тип изложения самой информации для большей наглядности. Таким образом, в кадре вы будете видеть не только мои руки, но и меня самого. Это даст возможность показывать мои эмоции при обзорах различных девайсов, при распаковке посылок и при работе над какими-то проектами. Также добавил камеры с широким углом обзора для того, чтобы можно было показывать какие-то габаритные девайсы, сравнивать их масштабы, например, со мной. Надеюсь, вы, зрители, после просмотра ролика в комментариях оставите свои отзывы, заходит ли вам такой формат. Возможно, напишите какие-то свои пожелания, замечания, советы. С удовольствием почитал бы. Теперь непосредственно к обзору. Я не особо люблю обозревать фонари, может потому не особо много у меня обзоров по ним. Есть отснятый материал по нескольким моделям, но эти обзоры так зритель пока и не увидел. Я все-таки доделаю эти обзоры когда-нибудь, год, два, три пройдет, но я, если пообещал что-то, я сделаю обязательно. Собственно, обычные фонари мне мало интересны, но вот этот фонарь меня реально зацепил, ибо околооружейная тематика мне намного интереснее. Тем более, что в сфере гражданских обзоров у нас есть широко известные в узких кругах обзорщики, которые обозревают обычные гражданские фонари, и они просто на этом собаку съели. Снимают как рекламные практически ролики, так и полные тесты. Представляю вам самый маленький, самый мощный в мире, во всяком случае так пишут на сайте производителя, оружейный фонарь. Это Light, серия Valkyria, модель называется PL Mini. PL — сокращение от Pistol Light, пистолетный свет. Да, только пистолетный. На другое оружие его можно попытаться поставить, дальше я это покажу. Но конструкция такова, что более гармонично он сочетается только с пистолетом, и то небольших размеров. И я согласен с производителем, что это самый маленький пистолетный фонарь. Также он очень удобен в обращении и гениален в своей простоте. PL Mini имеет всего два режима. Первый — коротким нажатием активируем фонарь, и при повторном нажатии выключаем его. Второй режим, так называемый тактический. При зажатии клавиши активируем фонарь, и при отпускании фонарь деактивируется. В отличие от более старших моделей серии Valkyria бренда Light, на модели Mini включение фонаря происходит не с боковым ходом клавиши, а нажатием качельки, ну или педальки, сверху вниз. Для удобства управления пальцем на узких клавишах сделаны специальные углубления с антискользящими насечками. Теперь рассмотрим упаковку, комплект поставки, заявленные характеристики. Световой поток в 400 люмен, длина луча около 75 метров, влагозащита уровня IPX6, установлен LED-светодиод Cree XPL High, время автономной работы около 70 минут. В задней части дополнительные параметры. Добавились сила светового потока 1400 кандел, фонарь может падать с высоты около 1 метра, габаритные размеры фонаря и общий вес всего 62 грамма, это включая батарею. Кстати, батарея встроенная, литий-полимерная, всего на 260 мАч, что обуславливает и размеры фонаря, и его небольшой вес. Но, честно говоря, хотелось бы побольше время работы. По торцам упаковки видим QR-код, по которому можно перейти на сайт производителя и почитать более полную информацию. А также срок заводской, скорее всего, гарантии, ибо в интернет-магазине каком-то я видел срок гарантии 5 лет. На другом торце скромно показано применение для полиции. Ну что, открываем упаковку. Такая она немножко уже пошарпанная была, когда я забирал фонарь из представительства Light, потому что модель эта была новая, она приехала в единственном экземпляре на смотрины, так сказать.
Итак, внутри двойной или даже тройной блистер, вот в этом ложементе находился сам фонарь. Под ним ложемент для зарядного кабеля. В комплекте мануал. Дополнительная стопорная планка, пару винтиков и ключик. Ну, скромная комплектация для небольшого фонарика. Мануал небольшой, в основном здесь показаны способы крепления фонаря и режимы его работы. Зачем дополнительный стопор? В комплекте их два. И на фонаре по дефолту установлен стопор для пистолета в углу. И вот как ведет себя в итоге фонарь. На обычной планке Picatinny он болтается, потому что стопор для Глока он уже. Второй стопор стандартный, типа 1913 для планок Picatinny. Давайте я переставлю ее сейчас на фонарь вместо глоковского и при этом порассуждаю немного. В общем, глоковцы решили повыпендриваться и сделать все по-своему, чтобы не как у всех, прямо как я люблю. Но теперь всем производителям, которые делают какой-то обвес, нужно распыляться на два лагеря. То есть делать все стандартное для планок Picatinny и отдельно делать для глока. Вот. Кстати, это добавился еще один минус, почему я не люблю глок. Так, ставим планочку. Тут есть специальный паз, чтобы неправильно не поставить. Вот, и закручиваем винтики. Все, планка установлена. Теперь ставим на пистолет. И вуаля, люфта нет, он не болтается. И что самое интересное, фонарь не выходит за габариты оружия. Кстати, да, это турецкий стартовик, как макет в данном случае, но нужно отдать честь туркам, сделано все по таким стандартам, что реальный боевой обвес становится сюда как родной, не то что глоковцы. Также мне понравилась система запирания крепления. Нет никаких поджимных винтов, которые утяжеляют и усложняют конструкцию. Сделано все на одном рычаге с эксцентриком, который вжимает поджимную планку. И все, фонарь стоит на месте, никуда не двигается. Снятие такое же простое, очень быстрое. Щелкиваем, и фонарь отстегивается. Но возникает вопрос, зачем снимать фонарь? Он очень маленький, компактный, не мешает, не путается. Для того, чтобы заряжать. Так, заряжать этот фонарь можно не снимая с пистолета в любом месте и практически в любое время. Фишка этого фонаря является магнитная зарядка, которая совместима со многими фонарями бренда Alight. Берем из комплекта поставки зарядный кабель, он примерно полуметровой длины. Центральный контакт магнитной головки подпружинен. На самом фонаре центральный контакт утоплен внутрь. Подносим головку зарядного шнура к контактной площадке фонаря и примерно с 3 сантиметров он прилипает к фонарю. Теперь осталось подключить USB разъем к зарядному устройству или пауэрбанку, и примерно через час, такое время полной зарядки заявляет производитель, фонарь будет готов к использованию. Хотя, если честно, можно использовать фонарь и во время зарядки, что я, собственно, периодически и делаю. При включении кабеля к источнику питания на нем загорается зеленый светодиод, извещающий о готовности к заряду. И при подключении кабеля к фонарю светодиод меняет цвет на красный. По завершению зарядки цвет снова поменяется на зеленый, извещающий о полном заряде батареи фонаря. Возможно, но это не точно.
даже у такого маленького фонаря есть индикатор низкого заряда батареи. Вот здесь сбоку находится окошко светодиода, и при критическом снижении уровня заряда батареи загорается красный светодиод, и фонарь автоматически снижает яркость до 60 люмен, после чего автоматически фонарь отключается и требуется дозарядка. Может возникнуть вопрос, зачем или почему именно магнитная зарядка. Лично мое мнение, для тактического фонаря это самый главный момент. Также можно заряжать фонарь и от обычного телефонного зарядника, также от USB разъема ноутбука. Все работает прекрасно. Еще один момент, можно заряжать фонарь, установленный на пистолет, который в свою очередь находится в специальной кобуре, рассчитанной под пистолеты с установленными фонарями. По функционалу фонаря. Заявляют возможность его падения с высоты до 1 метра, хотя обычно в руках взрослого дядьки фонарь на пистолете находится примерно на высоте 1,5 метра от земли. Но учитывая, что материал изготовления корпуса фонаря авиационный алюминий Т-6061, думаю, что переживет он падение даже с такой высоты. Также фонарь выполнен в черном аноде, очень классное покрытие, не чета обычному Китаю дешевенькому. Производитель заявляет высокую степень юзабельности оружия совместно с фонарем в силу его размеров, даже с учетом применения специальной кобуры. Вот для примера есть у меня глоковская спортивная кобура, турецкий стартовик а-ля Глок с китайским пластиковым фонарем, и кобура позволяет устанавливать пистолет вместе с ним, то есть без проблем. Переставляем Light PL Mini на турецкий блок и погружаем в кобуру. Все без проблем становится. Планки крепления дополнительно еще и центрируют пистолет с установленным фонарем. В общем, прекрасно все сидит в кобуре, так же как и на пистолете установлен фонарь. Кстати, обратите внимание, что на пистолете формата Glock 17 фонарь выглядит еще меньше. Проверим удобство включения и использования фонаря на большом пистолете типа Glock 17 и на более компактной модели. На блоке прорези на планке находится довольно далеко, поэтому фонарь сдвинут относительно скобы немного вперед, и это требует более длинных пальцев для более удобного управления этим фонарем. Пробуем обычный режим, то есть указательным пальцем одиночное нажатие включает фонарь, повторное выключает. Большим пальцем включаем.
выключаем. В тактическом режиме зажимаем и движемся с зажатой клавишей. Отпускаем, выключается. Точно так же здесь у нас палец свободен. Зажимаем, передвигаемся. И этот палец у нас готов к стрельбе при необходимости. На более компактном пистолете а-ля Беретта PX4 Шторм установленный фонарь и выглядит более эстетично, и управление им полегче. То есть клавиши управления выходят практически внутрь спусковой скобы, и при опускании пальца с безопасного положения сразу попадаем на клавиши управления. Точно так же большим пальцем второй руки. То есть мы можем включать. Здесь у нас палец находится в безопасном положении, но при необходимости можем производить выстрел. Одиночное включение и тактический режим. К сожалению, на украинский Ford 17R, у которого аж 3 прорези на планке внизу рамки, PL Mini установить нам не удалось. Ford 17 и фонарь Light – это PL Mini. Вот блоковское крепление, и имеет Ford 3 проточки на нижней планочке. И пытаемся поставить, смотрите, ну просто не сходится даже элементарно. Даже не знаю, как быть в этом варианте. Непонятно, как сделано, ну, все-таки наклонили здесь спусковую скобу. Но что сюда можно поставить в итоге, я не знаю. Малюсенький такой фонарь, а планочка просто не дотягивается. Ну, вот такое, к сожалению, такая штука. То есть Ford украинский с китайским лайтом подружить не получится. Ну, разве что специфист? Нет, тут пилить, конечно, не хочется, но тем не менее. Так машинка была вполне, смотрите, какая симпатичная. То, что я обещал показать о возможности установки и использования данного фонаря на карабинах AR-15 серии, в комплексе с рукояткой переноса огня использование PL Mini вполне возможно, но требует привыкания и специфического навыка для быстрого его включения. Системы пистолетного типа, вот такую, которых у нас вообще нет. Но я покажу на примере моего газового кастома. Для наглядности этого достаточно. Все же вывод вполне очевиден. Это чисто пистолетный фонарь. С
Существуют также пистолеты, на которых так или иначе не предусмотрены планки Picatinny. Например, Beretta 92F, ее армейский собрат М9 не в счет, на нем как раз планка есть. Или произведение сумрачного тевтонского гения Heckler & Koch USP, который и имеет планку, но своего специфического стандарта. Установить навесное оборудование стандарта Picatinny на эти пистолеты возможно, но с помощью специальных адаптеров. Решение о самом главном. Как же светит этот малыш? Размеры области засвета, дальность и, возможно, сравнение с другими источниками света. Valkyria PL Mini имеет гладкий полированный рефлектор, что на небольших расстояниях, например 5-10 метров, то есть дистанция стрельбы из пистолета, дает центральное яркое пятно засвета и градиентное вторичное пятно с постепенным его ослаблением к краям и затем резкий переход, где область заканчивается. Такой эффект позволяет стрелку сфокусироваться на цели, при этом в небольшом расфокусе у него остается достаточно освещенной области для контроля окружающего пространства, но при этом не освещает все вокруг и не отвлекает внимания. Заявленное расстояние в 75 метров длины луча довольно оптимистично, но, честно говоря, ночью, наверное, вряд ли кто-то будет стрелять на такие дистанции из пистолета. Вашему вниманию небольшая нарезочка с применением пистолетного фонаря Alight Valkyria PL Mini. Все ссылки на магазин, где можно приобрести данный фонарь, будут в описании под видео. А я с вами прощаюсь. Всем удачи, до новых встреч. Счастливо. Thank you.
Thank you.